У Державному бюро розслідувань призначено нових заступників керівника. На сьогодні його обов'язки тимчасово виконує Ірина Венедіктова. Вона записала відеозвернення, де заявила про масовані інформаційні атаки з метою дискредитації роботи органу. Ваша точка зору – ДБР, оті всі НАБУ, ШНАБУ, САПи. Це реально піар, чи вони дійсно планують боротися з корупцією? Нет, смотрите, это, ну, во-первых, с борьбой с коррупцией это никак не связано, по одной простой причине. Для того, чтобы бороться с коррупцией, нужна политическая воля. То есть, если мы посмотрим на соседнюю Беларусь, да, у Лукашенко есть КГБ, МВД и суд, а коррупции нет. Ну и прокуратура тоже. Ну и прокуратура, а коррупции нет. Вот после 2014 года, когда западные партнеры поставили свою власть, для того, чтобы ее держать, они создали вот эту антикоррупционную инфраструктуру. Но замкнутый цикл – это что? Это оперативная работа, следствие, обвинение в суде и суд. Да? То есть для того, чтобы ты человека задержал, ты должен провести по всей цепочке уголовно-процессуального кодекса и посадить. При Порошенко она не работала, потому что у них было, ну, они создали эти все структуры, но антикоррупционного суда не было. Его функции исполнял Соломенский районный суд города Киева. И поэтому, когда дела, которые они передавали в суд, ну, понятное дело, суд был свой, и, ну, никого посадить не могли. Сейчас у нас от прокуратуры забрали следствие, передали его ДБР в декабре. Венедиктова, она временно исполняет обязанности, пока не будет избран глава. Это до апреля идут эти сроки. А теперь смотрите. Вот когда они, вот Сорос создал, он в двух странах. Он сначала в Румынии создал, а потом создал в Украине. Когда вся структура от оперативной работы и следствия до суда, она в одних руках, то человека посадить можно. Когда сейчас ДБР, вот сейчас вот идет война между так называемыми соросятами, да, то есть они хотят очень сильно влиять на назначение. Когда ДБР, например, оно будет подчиняться, ну негласно подчиняться Зеленскому, да, у прокуратуры следствия нет. Обвинение поддерживает САП. САП будет подчиняться, не, там, аваковский человек, например, да, антикоррупционный суд будет под соросятами. Посадить никого невозможно, потому что, условно говоря, Зеленский соросят задержит, суд их отпустит. Ну или наоборот. Поэтому здесь неважно. Вот, вот сейчас оно уже пошло в разные руки. И поэтому у нас как бы вроде бы органов есть, но посадить мы никого не можем, потому что каждый орган принадлежит другому. Пан Олександр, ну, але ж я би не хотів, мені не подобається, скажімо, те, що, по суті, держава під зовнішнім управлінням нашого заокеанського куратора. Але логіку, скажімо, американців, знаєш, створенням того ж таки САПу, там, НАБУ, ну, відповідно, ДБР, можна зрозуміти, коли ми, скажімо, коли всі структури, так звані правоохоронні, по суті, були владоохоронними, і вони були як для того, щоб... Скажем так, очолювати да, коррупцию. Они правильно это делали для того, чтобы держать в тонусе и в руках нашу власть. Они создавали всю эту антикоррупционную инфраструктуру, которая подчиняется им. Они назначают. Но я же еще раз говорю, у них не получилось. Они не досоздавали. Хоть Румыния, я вам скажу, довольно-таки эффективно а было. А там получилось. Жилочка да, расследовать. Это...